В областном перинатальном центре города Тараза и во всех районах Жамбылской области в минувшую субботу прошла акция «Один ребенок, одно дерево». Акция прошла в рамках программы «Рухани Жангру» как выполнение поручения главы государства, призвавшего сделать Казахстан экологически благоприятной страной. Результат превзошел все ожидания. Более 1000 деревьев посажено за день. Альфия Мингазова с подробностями. По данным областного акимата, в роддомах Жамбылской области в начале года на свет появились 18 363 новорожденных младенца. Только в октябре число жителей региона увеличилось на 2829 юных граждан. А за последние три дня родилось 172 ребенка. Такая акция, как «Один ребенок, одно дерево», призывает всех граждан нашей страны высаживать деревья вокруг своих населенных пунктов возле своего дома. Идею жамбылцы восприняли с большим воодушевлением. Будет постоянная акция. У нас в год около 26 тысяч детей рождаются. Мы даем большое символическое, придаем большое символическое значение этой акции, чтобы родители уже при рождении ребенка высаживали деревья, они будут именными, и в дальнейшем те же дети, когда вырастут, они могли приводить своих детей, внуков к этим деревьям. Акция продолжилась в Байзакском районе, а именно в средней школе имени Кикбаева. Собравшихся лично поздравил аким района и отметил важность данного мероприятия. В октябре месяце на свет появилось около 36 детишек, посажено 80 деревьев. Каждый новорожденный в рамках акции получает паспорт своего дерева. Родители, в свою очередь, организаторы мероприятия выразили свою благодарность. Сегодня вот проходит в нашем селе интересная акция «Один ребенок, одно дерево». Мы очень рады такому событию. Все это делается для того, чтобы пробудить в людях чувство патриотизма и создавать зеленую зону вокруг себя. Пусть наши дети растут в экологически чистой среде и дышат свежим воздухом. Акция «Один ребенок, одно дерево» не обошла стороной Курдайский район. В прекрасном настроении собравшиеся на центральной площади местные жители приняли активное участие в мероприятии. Здесь в этот день было высажено более 100 деревьев с табличками имени каждого новорожденного. Недавно ими ставшие родители своими руками сажали многолетние растения, после фотографировали с ним. По словам организаторов мероприятия, деревья – это чистый воздух, благоприятный климат, здоровая нация. Альфия Мингазова, Ильнур Мухтаров, 77 News.